Всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family. Смотрим сегодня новую игрушечку, она пока доступна в демо-версии в Steam, но обещает быть вроде бы какой-то очень и очень интересной выживалочкой с элементами хоррора и чего-то подобного. Так, я запускал просто проверить, как это все. И очень громкий звук я у себя на наушниках почти в минимум убрал, ну и вам потом, ну, во время... Я застрял в этой проклятой зоне уже на протяжении 3 лет. И что-то он там шлялся, и каким-то образом он смог вернуться в то место, откуда он начинал. Сегодня очень холодно ночью. В игре нету совершенно никаких настроек, кроме графических. Ни звуковых, ни титры я не могу включить. А ты чё не ходишь? А, всё. Что-то, что я могу подобрать здесь. И что-то мне пригодится. Пошёл дождик, вроде бы снег. А чё? Откуда дождь? Мне нужна плазма-кутер. Какая-нибудь горелка, наверное, или что-нибудь такое, чтобы открыть это. Так, на лед я не пойду, наверное. Ну его нафиг. Очень жаль, что нет русского языка. Выглядит, по крайней мере, все. Да я это уже собрал-то, что? Выглядит, по крайней мере, все достойно довольно-таки. Пойдемте посмотрим, что за домик. Это что такое? Какие-то фотки. Как собрать? А, кроубар это ломик. Кажется, нужно питание. Нужно питание. Я, кстати, на крышу, да, так могу залезть? Я могу прыгать? Или нет? Скорее всего, нет. Скорее всего. Я мог бы добраться с помощью этого до антенны. Но... Не хватает электрического мотора тут. Да. Колонка. Не работает. Колонка замерзла, наверное. Так, я вижу топор. Правда, ни хрена не вижу, а есть фонарик. F. T. L. На L это какая-то маска. Говорит, у меня нету никакой маски, не могу ничего одеть. Не могу ничего, говорит, одеть. Что? Теперь у нас есть топор, мы можем разрубать какие-то... Я должен отдохнуть. Нужен... Хаммер. Нужен молоток. Тут, видимо, тоже. А, это ломиком, да? Мы на скраб, на металлолом разбираем. Пока что-то интересное. Пока что-то интересное, только непонятное. Почему-то мышка у меня вылезла. Генератор. Ну, отлично. Генератор завелся. Давайте посмотрим, что у нас там внутри. Блин, ну там же холодно, окна-то открыты все. Типа, всегда лучше, когда есть какая-то баррикада. А где мне взять хаммер? Ну не в смысле автомобиля, который вот молоток. Молотойк. Молотойк, где? Я думал, конец локации. Странная пещера. Пройти я туда не могу. Ладно, я бы и не пошел на самом деле. Ну его нафиг. Так, у нас есть монтировка. И есть топор. Осталось найти... Осталось найти...
gets really cold out here at night. Типа, да, надо обязательно оставаться в здании, потому что сегодня ночью будет очень холодно. My colleague, don't think he is alive. Какой-то... Ой, нифига себе, дали какие-то Discovery Point. Нет новых сообщений на радио. Ага, это можно спать лечь. Ой, нифига себе. Не, не буду пока ничего складывать. Крест. Infected subject once told me about... Well, let's just say she had nightmares about these doors. Блин, что-то... говорит, что-то зараженные... Что это такое? Это что я заряжаю? Что-то я зарядил. А что зарядил я? Ну, давайте пока разберемся. Очень долго это все разбирается. Ну ладно. Так, я, кстати, хочу хавать. Хочу кушать. А если я зажму кнопку? Нет, надо обязательно кликать. А, light... ММБ. А, middle. О, фонарик у меня все-таки есть. Средняя кнопка мыши — это фонарик. Это что такое? А, это там? Я не находил там на улице ничего. Ладно. Фонарик. Это машина, я совсем забыл. Она может создавать что-то новое. Чтобы открыть какое-то путешествие, надо 50 очков, а у меня 45. Тут можно чинить. А, нифига себе, прикинь. Repair kit еще нужен. Да ну нафиг. Пластиковые компоненты. Ладно, у меня нету их. Офигеть, тут как много всего. Это будет интересно, я думаю. Когда игра уже... Это топором, да? Ага. А это топором. Так, а вот это тоже можно разобрать, наверное? Да. Ну давай, разбирай. Осталось у нас... Остался чердак. Какая-то... Шкаф какой-то, да, исторический. Тетрадь. Это поздравительная письма от higher-ups. А, нужен молоток, чтобы разбить это все. Тут, скорее всего, тоже хаммер, да, нужен. Короче, металлическое мы разбираем. А, вот, кстати, repair kit. Да, отлично. Всегда лучше, когда ты с нужной стороны баррикады, наверное, что-нибудь такое. Это что? Он так долго это ломал. Это что? А, тут хаммер нужен, да? Ну это я уберу сейчас, чтобы мне это вообще все не мешалось потом. Тележка. А вдруг она либо мне... Так, бензин. Ну это скорее всего для генератора, либо для... Какие-то мужички. Да-да-да, сейчас я иду поспать. Сейчас я иду, все. Тут, в принципе, мы все разобрали, разломали. Надеюсь, ничего страшного не произойдет за ночь. Сказал, что какая-то чертовщина может твориться за этой дверью. Типа, помню, как инфицированный то ли рассказывал ему, то ли что. Я так и не понял. Ладно. Sleep. Yes. Sleep. Sleep. Будем слипать. Так, что такое? Что это?
Это я в баге в каком-то или что? Я хочу жрать. Батарейка села. Что? Это баг какой-то или что, игра? Я в каком-то гробу? Куча стульев там. Я не могу идти. Прикол в этом. Мне кажется, какой-то глюк. Ничего не... А, надо было на F нажать. Я... Блин, это серьезный хоррор, походу. Серьезно, походу, хоррор. Ну ладно, фонарик у нас есть. Но что-то с рассудком. С рассудком что-то творится. Так, пожалуйста, не надо меня пугать, ладно? Это тот шкаф, который стоял наверху. Блять! Что это было? Что это такое? Мать твою, что так страшно-то? Новое, ну-ка. Новое сообщение. Так, давай. Короче, какие-то координаты передали. Что тут происходит? Это надо проверить. Посмотрите на карту. Так, я на ферме, да? Куда? Какой тревел? Подожди. Я ушел на ферму на какую-то. Ну, типа, от нее пришли какие-то сообщения. И вот... А да, в натуре тревел. В натуре тревел. А зачем я сюда пошел? Я что, дурачок, что ли? Я бы не пошел сюда ни за что. Там тупик. Какой-то огромный дом. Ну я вот сюда приехал, оттуда, скорее всего. Или мне туда ехать, я ничего не пойму. Сейчас посмотрю, что вот эти завороты еще. Открываются они или нет. Походу нет. Если я пойду обратно. А, нельзя. Может, все-таки надо нажать travel? Посмотрим, куда нам надо что-то. Что? Как на какую? Подожди, что ты меня? Что ты меня? Тут я чё? А он давай ресерч. Вот, новое путешествие. Плазма-кутер. А нет, это у меня... Это я смогу эту открыть. А он теперь у меня в инвентаре. Ну давай проверим. Сейчас выйдем на улицу. Если я смогу там открыть... Подвал или как это назвать? Нет, мне говорит, надо плазмокутер. Я же его там прокачал что-то. Пока непонятно.
Хаммер. Где мне хаммер найти? Отпусти. Так, перемещаем. Может быть, надо все-таки... Я здесь. Старая шахта. А вот, было прислано сообщение в Station Radio. А где это? Старая машина. Машина парт. Ну да, вот сюда вот надо идти, получается. А! Это то, что мне нужно, чтобы починить этот снегоход. Я могу по ним перемещаться? Это закрыто. Закрыто. Подожди. Закрыто, закрыто. Ну да, только вот это открыто. Ладно, идем сюда тут еще. Надо поспать. А ты издеваешься. Да-да, спи, 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 спи давай. Так, пока непонятно. Пока непонятно, мышка появляется почему-то. Я надеюсь, теперь не будет у меня этих кошмаров. Нет. Ну, в принципе, я заряжен. QE. Окей. Так, М. Ну, давай. Давай еще раз сюда. Я все возьму. На всякий случай. Может быть, поэтому я ничего не смог сделать, потому что... А, во! Смотри, теперь открылось. Наверное, из-за того, что я не взял с собой. Экстремальный холод. Блять, еще и не видно ни хрена. Туалет. В туалете не так холодно. Опять же скраб. Блин, как-то жутко. Как-то очень жутко на самом деле, ребятки. Очень и очень жутко. Надо включить питание. Тут кровь. Нога чья-то. Да ну. Да ну, может, не надо. Может быть, мы не пойдем никуда далеко? Надо, короче, сходить, скорее всего, по вот этим, по всем. Как назвать это? Гофрам. И там, наверное, что-то запустить. Сначала давайте сходим наверх, посмотрим, что тут. Еще металлоломчик. Repair kit. Отлично, это нам пригодится, я думаю. Блин, я обожаю выживалки. Но некоторые очень страшные. Вот тут вот мне страшно. Не знаю, я как бы ничего, никого не видел еще. Но мне уже страшно. Что такое, замерзаем? А, да, замерзаем в натуре. Так, а мне надо куда-то к огню, может быть, подойти. Я думаю, что такое? Надо выбираться отсюда как только, как можно быстрее. Может быть, пойдем к огню? Тут где-то огонь был. Да, возле огня я согреваюсь. Блять, испугался. Давай-давай, согреваемся. Так, что за музыка? Пошла ты в жопу, слышь? Сейчас согреемся и пойдем дальше. Тихо. Молоток. Молоток. Тихо.
Ой-ой-ой. Можно сесть? Не, ну ладно, посмотрим, кто там ходит. Ой-ой-ой! Бежать! Бежать! Это меня спасет? Или что? Ты кто такой? Ты кто такой? Меня убили? Тихо. Не. Да ну. Серьезно. Короче, игра крашнулась. И меня убили. А, мне теперь интересно, у меня есть хаммер? Остался у меня хаммер или все скипывается? Так, вот это я мог разбить хаммером. Да, у меня хаммер остался, хорошо. Как это долго разбивается все? Или я чиню его, я не пойму. Ну, нет, он скраб собирается. Так зачем он мне? Скорее всего, ту штуку я, которую включил, она мне нужна была, чтобы его отвлечь откуда-то. Ну ладно, посмотрели хотя бы. Я не знаю, зачем я собираю вот эту всю ерунду. Кстати, не знаю, будет ли в этой игре кооператив. Как он бы тут уживался. Так, ну давайте еще раз сходим. Я же не смог добыть то, что мне надо, наверное, да? Слушай, а машин репейр кит, это может быть... Нет, стой, а может быть я теперь смогу починить... А, где выход? Может быть я смогу сейчас починить вездеход свой? Или мне надо еще движок сам найти где-то? Дизель у меня есть? А, надо вот... Скриндрайвер и плинтус. Плирс. Понял тебя, понял. А где мне это найти? А где мне это найти, непонятно где. А я могу, подожди, создавать? Я же, блин, вот изучил вот эту фигню. Может быть, я все-таки могу? Ну, выйди, выйди. Вот тут, может быть, я смогу создать эту штуку. Вот, плазма-кутер. Капаситор, плазма... Ой, у меня ничего нет такого. Конструкшн. Понятно, система админ. Понятно, что ничего не понятно. Капаситор. А, во. Все, капаситор я делаю. Что мне там надо еще? А, капаситор у меня есть. Не надо мне капаситор. Отмена. Отмена. Не надо, я пошутил. Как отменить? Блин. Что мне там надо? Шо? Плазма хед. Контактор и трансформер 12. Вот, вот это мне надо. А, ну все, переключилось, да? Ну-ка, проверяем. Да, так, контактор и плазма-хед. Плазма-хед, принт. И контактор. Контактор... Принт.
Прогресс пошел, ребятки. Сейчас мы что-нибудь создадим. Откроем подвал, я не знаю зачем, может быть там что-то есть. Так, пока оно делается, я тогда пойду разбирать. Мне, оказывается, очень много нужно вот этой ерунды всякой. Блин, ну не зря я туда сходил, походу без молотка я бы там не дошел ни докуда мне надо. Что я пью, я не вижу даже. Можно фонарик или что-то включить. Но все равно ничего не видно. Телевидение ломаем. Ютубчик тут не показывает, так что... Все. Еще можно что-нибудь сломать? А то я могу. Холодильник или что это такое? А стена просто. Оно делается. Окей, делается. Пусть делается. Пусть. Это пока сломаем. Почему стулья всякие нельзя ломать? Подзарядка батареи пока не надо. Тарелки, вилки. Что там? А, это лифт. Все, я понял. Во-первых, походу надо какую-то одежду еще найти очень-очень теплую, чтобы я мог в той локации потом передвигаться. Сейчас мы соберем плазма этот, фигектор, плазма корректор. И все будет хорошо. Все будет потом замечательно. Я не знаю, надо заправлять генератор или нет. Надеюсь, что нет. Он как бы на солнечном свете, скорее всего, работает. Блин, сделали бы прямо на кнопочку это все. Было бы замечательно. А то тыкать, тем более в такие вот предметы, мне кажется, как-то криво не собирается из-за этого. Это очень долго. Так, наверняка там уже этот мой капаситор и кто там оставался. Уже готов. Какой-то ящик, я только сейчас его заметил. Пустой, отлично. Отличный пустой ящик. Ну ладно, ладно, ладно тогда. Тогда ладно. Все, идем, забираем, делаем горелку, скорее всего. Все, больше ничего не делай. Больше ничего не делай. Конструкт. Ой, тут хотя бы быстро все делается. Плазмокьютер. Плазмокьютер. Оно где теперь у меня? Оно теперь у меня... У меня? У меня, у меня? Пойдемте, откроем. Мне надо где-то еды найти. А то я немножко... Ящики все-таки можно, да, вот такие открывать. Да, точно, горелка. Ну, это сварочный аппарат, короче, что-то такое. Пойдем посмотрим, что у нас тут есть. А тут особо ничего и нету. Ящик. Пустой. Может быть, из-за того, что это демка, он пустой. Но тут можно добыть много всего. А зачем оно мне? Мне сейчас нечего больше строить. Больше строить там мне нечего. Интересно, огнестрелочек какой-нибудь есть или что-нибудь такое? Фотография. 9 на 15. Они все мертвы, говорит. Блин, ну кроме как металлолома здесь все больше ничего. Так, мне, кстати, что-то дали. 15 опыта. Короче, за то, что я нахожу всякие фотки,
мне дают опыт. А на опыт я могу открывать себе новые чертежи и вот это вот все. Блин, я думал немножко другая на самом деле игра. Ну, выглядит неплохо. Был бы русский, я бы тут все еще понимал, что делать. Было бы замечательно. Ладно, я не знаю, что делать дальше. Все. Отправляться обратно туда? Не хочу. Надо заканчивать. Игрушка неплохая, но будем ждать тогда полного выхода. Может быть, там русский язык подкрутят. Да, надо 80, чтобы что-то сделать дальше. Ладно, давайте ложимся спать и заканчиваем. Yes. Yes, of course, ложимся спать. А так задумка неплохая. А почему разрешение экрана такое какое-то странное? Потому что я не тот экран записываю? Может быть. Ладно, ребятки, в общем, если все записалось нормально, то все хорошо. Если нет, то будет очень плохо. С вами был Максим, канал GG Family. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока.